После того, как раненого увезли в больницу, на месте продолжали споры, по чьей вине произошла авария. С обеих сторон к выяснению отношений подключились и очевидцы. Я его лично вытаскивал из машины, перегара от него никакого не было. И что? Факт не в том, что ты обнимаешь его, не обнимаешь. Черный и белый путаешь, что ли? Я сейчас позвоню, мне такую машину приеду, сейчас все три сдадут показания, то, что я. Спорщики были довольно эмоциональны, ведь знакомые со стороны водителя ленд-крузера не только обвинили в произошедшем владельца девятки, но и заявили, что молодой человек был сильно пьян. Типа, водитель девятки пьяный. Мусульманин, он не пьет. Я сам как знаю тоже. Я вот здесь остановился, да, он напрямую прям. И все. Это мгновенно там, знаешь, я просто ехал еще, я остановился такой, и сижу еще смотрю, ну, не обращал внимания на это все. И тут смотрю, такой удар, и все. Водитель «Тойоты», а также его знакомая, говорят, что это шофер «Лады» решил проскочить на красный свет. Но как только «девятка» выехала на перекресток, ее буквально снес тяжелый внедорожник. Правда, кто именно управлял ленд-крузером, тоже большой вопрос. Здесь мужик был, короче, ну, он в даты был. Он что-то суетился, я не знаю, ушел. Вот сейчас парнишка какой-то другой стоит, типа он за рулем был. Не факт, что это парнишка за рулем был. Разбираться во всех подробностях аварии предстоит следователям ГАИ.